Упражнение с палкой – это вообще штука гениальная, особенно если палку заменить на швабру. Только представь, ты не просто тренишься, а как будто полы моешь, но мышцы качаются, и никто не скажет, что ты дома без дела сидишь. Во-первых, гибкость. Вращаешь палку-швабру, и плечи, суставы, все такое начинают работать лучше. Захочешь кого-нибудь обнять, так не скрипнешь, как старая дверь. Во-вторых, осанка. Швабра в руках сразу осанку выравнивает. Да так, что через пару недель будешь ходить как модель на подиуме. А еще кто-то скажет, чего ты такой прямой? А ты такой, тренируешься шваброй, а как иначе? Мышцы? Да легко. Даже если швабра легкая, ты все равно будешь махать ею так, что руки и ноги точно скажут тебе спасибо. Кто бы мог подумать, что уборка может быть такой полезной, да? Дыхалка тоже подкачивается. Тут главное не забывать дышать, когда палкой крутишь, и не задыхаться, если вдруг кто-то увидит, как ты дома с шваброй танцуешь. В общем, швабра – твой новый фитнес-аксессуар. Она и полы чистит, и тело качает. Главное не переборщить, а то не поймешь, от чего больше устала, тренировки или уборки. Еще больше комплексов у меня в Telegram по ссылке в шапке профиля.